проблема со спиной. Так, если вкратце, да, не разглагольствовать. Основная проблема в том, что мы все ведем сидячий образ жизни. Мы сидим дома, мы сидим в метро, мы сидим на работе, мы смотрим телевизор, мы сидим в машине, то есть постоянно сидячий образ жизни. И от этого у нас голова начинает уходить вперед. А когда ушла голова вперед, естественно, подтягиваются плечи и, естественно, подтягивается спина. И, естественно, вот это вот все обвисает. То есть получается, что основная проблема не то, что мы не прямо держим спину, да, а по моим наблюдениям основная проблема – это вот вытянутая вперед шея. И из-за этой вытянутой вперед шеи случаются все остальные проблемы. Это вот эти холки, да, или еще называют вдовий горб, вот этот вот, наросты. То есть здесь уже со временем начинается не просто вот как бы вот так, да, а прям наросты, начиная от плеч вот так вот, посередине здесь. И со временем эти наросты растут, и со временем люди доводят себя до такого состояния, что они не могут дотронуться до своих плеч, им больно. То есть вот ты еле-еле дотрагиваешься, они такие: ах, мне больно. То есть вот это место становится просто онемевшее, неподвижное, онемевшее, с кучей наростов, и оттуда идут очень большие проблемы. Такие как немение рук, боли в шее, боли в грудном позвоночнике, да, в грудном отделе, боли в плечах, головные боли. То есть отсюда возникает очень-очень-очень много проблем, потому что вот эта вот вся часть, она забита. И с ней нужно что-то делать. Сегодня мы начнем с ней что-то делать. Сегодня мы не будем говорить о верхней части спины, о раскрытии грудного отдела и так далее. Мы много раз это делали. Существуют вебинары на все эти части тела. Скажу только вкратце. На осанку влияют многие вещи. Грудь влияет на осанку. Вы, наверное, замечали, что чем больше грудь у девушки, да, тем больше она стулится. Грудь влияет на осанку, верхняя часть спины влияет на осанку, поясница влияет на осанку, живот, плечи, естественно, верхняя часть спины, шея и голова. То есть вот эти вот части влияют на осанку. Но мы сегодня сконцентрируемся только на шее, потому что с моей точки зрения, если вы поставите шею на место, вы выпрямите спину. Да, как ни странно. Поэтому начинаем наше упражнение. Что я предлагаю сделать? Я вам предлагаю сесть на край стула. Дайте лучше развернусь. Садимся на край стула, не как, да, в баре где-нибудь. Садимся на край стула. И вот естественное положение 90% человек. Вот так мы сидим. Да? Компьютер, телефон, вот так мы сидим. Это реальность. Вот, значит, мы начинаем тренироваться. Что мы делаем? Мы начинаем делать такое упражнение. Мы начинаем затылок, вот представьте, что у нас стенка позади нас, мы начинаем затылком упираться в стенку. Посмотрите, мы делаем такое движение. Еще раз. Что здесь важно? Не задирать вот так. Мне очень многие задирают вот так вот голову. Девочки, это большая ошибка. Вы задрали голову, но вы горбатая. Очень важно вернуть шею назад. Смотрим. Возвращаем не так. А мы вот этим затылком упираемся назад. Поехали. Делаем. Раз. Уперлись. И вернули. Опять два. И вернули. Три. Вернули. Четыре. Вернули. Пять.
Верно. Шесть, семь, задержали. Восемь, держим. Семь, подбородок как можно ниже. Шесть, давим вот этой частью. Пять, четыре, три, два, один. Опять вытянули. Опять вернулись, ставим 8, 7, 6, не просто ставим, а прям продолжаем давить, 5, 4, 3, 2, 1, вернули, и опять в себя, упираемся затылком, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один, расслабились. Что здесь интересно? Вот смотрите, я, допустим, вот так вот сижу, да, сутулюсь, делаю шею назад. У меня автоматически поднимается спина. То есть, казалось, да, делаем движение шеи, а спина выпрямляется автоматически. То есть, начинайте исправлять осанку с шеи, тогда легче будет выпрямить спину, да, и вот эта вот вся завернутость в плечах, но мы сейчас об этом не будем говорить. Значит, очень важно правильно возвращать шею. Еще раз повторяю, не задирать шею наверх. Я понимаю, что вы хотите вот убрать второй подбородок, да, поэтому вы задираете так, и кажется, ну вот, все, у меня идеально, видите, нет второго. А когда ты упираешься, да, у тебя как раз-таки появляется немножко второй подбородок, но это не страшно. Можно, если вы слегка, вот вы уперлись затылком, но слегка потом приподнимите подбородок, он у вас уберется, или, по крайней мере, его станет меньше. То есть, если вы хотите пойти дальше, да, то есть вы не только упираетесь, а следующий шаг. Вы приподнимаете чуть-чуть подбородок. Не надо его задирать, не надо прокидывать голову, да? Вы чуть-чуть приподнимаете подбородок, и у вас сразу же здесь автоматически все натягивается. Продолжаем работать над постановкой шеи. Смотрите, что вы делаете дальше. Опять вернулись, как вы обычно сидите, да? Уперлись затылком в воображаемую стенку. Упираемся. И в этом, продолжая упираться, вы поворачиваете голову вправо и прямо. Упираемся влево и прямо. Еще раз, девочки, смотрите, не вот так мы поворачиваем, да? Мы упираемся и, упираясь, делаем вправо. Прямо. Влево. Прямо. Продолжаем опираться. Право. Прямо. Влево. Прямо. И последний раз. Право. Прямо. Влево. Прямо. Вздохнули. Опять вернули шею, как вы обычно сидите, и опять упираемся затылком, и теперь делаем, уперли затылком, и теперь делаем, упираясь затылком, делаем наклон вправо и прямо. Постоянно упираемся, даже когда наклоняем, мы продолжаем упираться влево и прямо. И еще раз вправо и прямо, влево и прямо. И последний раз вправо и прямо, влево и прямо. Расслабились, потрясли головой. Опять свернулись, как вы обычно сидите, когда работаете. Уперлись затылком, а теперь сильно прижимаем подбородок к... То есть стараемся не просто вот так сидеть, а еще и подбородком давить, укрепляем шею.
Стою 8. Подбородком давим вниз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы. Вдохните. Глоток воды.